Приветствую, любители рыбалки. Ну что, снова мы на речке. И начинаем нашу рыбалку. Вначале забиваем наши тычки. Хватит. Так, ну что, давайте будем делать прикормку. Значит, вот этот вот наварил все дома. Добавим гороха, добавим сюда земельку, все это дело будем сейчас замешивать. Делаем шары где-то, наверное, как мандарин. Так, ладно. Несколько шаров есть. Сейчас просто покажу, как это все делается. Так, сначала подцепим тот парашют, который я показывал на видео. Мне самому интересно посмотреть, как он будет держать наши шарики. Ну, ничего, держит. Выбираем точку и полетел. Даже большой, в принципе, нормально держится. Но это не рогатка. Есть еще и рогатка. Но это... Это... Не, я не сам придумал, но сам делал. Ух, ё-моё. Если машина мешает, бей её нафиг эту машину. Да. Свет! А ну вот здесь вот распутай на конце. Все? Просто. Смотри. Вот сначала помешиваешь этот хлеб. Ага. Вот смотришь, он еще водянистый. Ну пусть полежит потом. Подсохнет. Ну и макуху его, смотри. А-а-а, понятно. И его с макухой лепишь его. Угу, я поняла. Теперь поняла. И делаешь тесто. Такое, чтобы можно было нацепить его на пружину. Угу. Чтобы оно не слетело. Я поняла. Пусть чуть-чуть оно... А мне уже можно, смотри. Да, вот оно получается, Лен. Вот оно. Вот классное тесто получится на пружину. Смотри, оно мягенькое. Намесить, а потом какие шарики делать? Да не шарики, вот шарики, это просто тесто для того, чтобы мы потом на прикормку брали, на пружину. Клюнь, смотри, что Светка нам делает. Помощница, нефиг делать. Так жарко, что загорает червяк. И чтобы он не пропал, мы не остались без червяка. Я его беру, режу на кусочки. Нехай он все вялится. Теперь 100% не пропадет, а завялится. И можно будет его ловить.
на него ловить рыбу. Коль, Коль! Пусть она сама вытащит. Карп опять, потому что ведет, Женя. Карп, под сак, подожди. Ведет. Тихо, это все. Дай ему погулять немножко. Дай ему погулять чуть. Давай. Он что, запутался там? Не поднимай же так, пацак поломаешь. Я Света второй поймала. Я по карпам. Ну а по чем же ты? Конечно, ты по карпам. Стопудово, Свет. Молодец. Вот как хорошо выводит наверх крыло. Просто великолепно. Крупный карась выходит прямо на поверхность. Да твою мать. Света, дай мне подсак, пожалуйста. Все, не надо. Ушел.